Новый сезон, новые имена и новая форма. Ярославский «Локомотив» меняет внешний облик. В предстоящем чемпионате КХЛ железнодорожники предстанут перед болельщиками в джерси абсолютно нового дизайна. Помимо привычных красного, синего и белого, появится еще один новый цвет. А еще дополнительные элементы. Какие именно? Съемочная группа первого Ярославского побывала на предприятии, где шьют новую форму «Локомотива», и все узнала. Игровой свитер отшивается в среднем анатомически вышивной. 6 часов нужно, чтобы один свитер родился на свет. Конечно, свитера поступают в работу одновременно, то есть там сразу 100 свитеров. А пока эта вышивальная машинка трудится над формой «Локомотива», за соседним столом вышивают форму для нижегородского «Торпеда». Вот так вот принципиальные соперники встретились в одном цехе. Ну а подробный сюжет о новой форме «Локомотива» смотрите в программе «День в событиях» в ближайшее время. Следите за нашими эфирами.